Моё ТВ. Будь в сети. Продолжаем онлайн-трансляцию. Мы находимся на площадке у Дворца искусств «Пионер», где проходит всероссийское соревнование по агрессивным роликам. И только что мы видели вторую попытку всех участников. Участников больше 20. Они откатались уже полностью. Скоро финал. И первым участником, самым таким смелым, вот рядом со мной стоит Иван Ковтун, город Белгород. Иван, здравствуй. Не страшно вообще первому начинать кататься? Ну, у меня не было выбора, меня так поставили. То есть это не твое решение? Нет, я первым бы не хотел быть. Первым бы не хотел быть? Я приехал очень поздно и даже не успел раскататься. А сколько нужно времени, чтобы раскататься, прийти в какую-то форму, физическую, эмоциональную? Не знаю, это зависит от самого райдера. Ну, может, минут 5-10. Вот ты из Белгорода, как там развита культура агрессивных роликов и вообще вот такой субкультуры? Ну, там это все запущено, но сейчас у нас собирается строить скейт-парк. Скейт-парк. Ну, у нас уже открыт СИПСАП. Ты там был вчера? Видел? Нет? Еще нет, не еще было. Ничего не было. Сегодня. Очень крутое место, я думаю, тебе понравится. А сколько лет на коньках? Роликах? 4 года. Всего 4 года? Ощущение, что все-таки ты уже давно на, как бы стоишь достаточно уверенно, катаешься, интересно за тобой смотреть. Где уже, в каких других городах был, участвовал? В Тюмени в первый раз, не первый? В Тюмени я первый раз, но я ездил в Киев, в Москву и близлежащие города, которые рядом с Белгородом. Где, в каком городе ребята такой задают самый высокий уровень? Москва, Питер, может быть? Где прячутся эти чуваки крутые? Не знаю, везде кто так круто катается. Кто тебе нравится по стилю, может быть, катанию, по каким-то трюкам? Не знаю, мне нравятся Митя Типикин и Гриша Михалица. Сегодня они себя покажут здесь, на площадке. Огромное спасибо, мы желаем тебе, ну, если даже, знаешь, не призового места, то обязательно любви зрителей, любви всех, кто сегодня пришел. Ну, я уверена, ты займешь какое-нибудь место. Удачи тебе. Пока. Добавляйся в друзья. Читай Твиттер, смотри на Ютубе. Оставайся ВКонтакте. Моё ТВ. Будь в сети.